Как определить, нужен мужчина женщине, а женщина мужчине? Когда начинает совместную жизнь, то появляются совместные сбережения. Есть совместные сбережения, есть совместные дети, есть совместные вещи, есть что-то совместное, есть совместная постель. Это все совместное и называется «мы». Там очень интересный вопрос сегодня прочитал. Кто их придумывает? Спасибо Сати нашему, украинскому Ковалеву, да? Он там сказал вот такие слова. Двойные стандарты в отношениях. Психология отношений. А это не то. Мужчина не то, не то. Сейчас, наверное, не здесь. А, вот. Как сохранить свое «я» мужчине в отношениях? Мужчины, берегите себя. То есть считается, что мужчина должен сохранить свое «я», чтобы женщина не отобрала его «я» и так далее. Это бред. Почему? Там, где есть семья, должно присутствовать слово «мы». Должно присутствовать слово «мы», и мужчина и женщина должны к этому стремиться. Они должны говорить: «наша семья, наши дети, наши сбережения, наши проблемы, наши трудности, вот это наши взаимно помогают решать, наши болезни, наши трудности, наша семья». А когда твои деньги, мои деньги, когда твои и наши, давай сначала твои потратим, потом наши, сначала наши, а потом каждый свои и так далее, то это не семья, это не семейные отношения. Если обожаешь человека и хочешь полноценную семью, говори «мы». Если отсутствует «мы», то такая семья будет наполнена эгоизмом и страданием. Поэтому, как сохранить свое «я» или женщине в отношениях? Послушайте, хотите свободы, то вам не нужно «мы». Хотите свободы, пусть каждый живет по принципу «я». «Я-я-я имени меня свободно». Или «я-я-я имени меня свободен». В семье есть мы, наши дети, наши проблемы, наши богатства, наши, все наше. А когда мое твое, это нехорошо. Это рано или поздно может разорвать отношения и привести к невыносимым отношениям.